Привет, друзья, на связи Антиквар, продолжаем играть в Darkest Dungeon, и сегодня мы отправимся к 12-фунтовой пушке. У нас осталось всего лишь два босса в оранжевых данжах, ну и не будем с ними затягивать. Помнится, в одной из предыдущих серий, когда я говорил о таком походе пушки, я обещался сформировать пати из оккультиста и трех могильных воровок, которую мы обкатали в бухте, и которая произвела на меня очень сильное, я бы даже сказал, неизгладимое впечатление. Но потом я понял, что три наши воровки, Миледи, Виктория и Агата, достигли 5-го чемпионского уровня, и при этом есть ряд персонажей, которые до 5-го уровня все еще не добрались. Поэтому я решил их подкачать, оставить какие-то шансы поджигателю фитиля, чтобы он этот самый фитиль поджег. С воровками у него такого бы шанса не было, скорее всего. И таким образом наша пати приобрела тот вид, который вы сейчас видите на своих экранах. На первой позиции крестоносец Рейнольд. Удивительно, что он еще до 5 уровня не добрался. По тринкетам у него глава Дисмоса плюс 25 урона, которая дает, да, отнимает минус 10% от максимального здоровья, но это, в общем-то, ерунда. Дает 20 стресса. Но это же 20% стресса убирает книга о здравом уме. Что касается навыков, ну тут комментировать особенно нечего. На второй позиции у нас идет Кэнди Бубер. Просто он хоть еще у нас и не чемпион по своей прокачке, да, но по навыкам он определенно заслуживает. Вот, смотрите, какой красавец он у нас получается. Что касается закачки, основная атака, метка, бросок светошумовой гранаты, которая работает со второй позиции, ну и добивание, да, по третьей позиции, которое нас очень интересует в данном конкретном случае. Что касается тринкетов, это вот такой охотничий коготок на крит и меткость, и легендарный наруч на урон. Третья позиция. Это у нас Хаттабыч. У него есть неприятный крайне квирк клаустрофобия. Его бы надо отличить, но у меня все места в лечебнице заняты. Я уже туда запихнул троих ребят, поэтому отличим его в следующий раз. Но при этом очень неплохо, что у него есть тактик чаще, плюс 15 урона в данной локации, пойдет ему на пользу. Ему, соответственно, я дал фамильный свиток на лечение, ну и тоже книгу о здравом уме, чтобы со стрессом проблем не возникало. Что касается закачки, это удар ножом, лечение, способность повесить метку, поскольку у нас партия практически целиком марочная, да, но если мы исключим Рейнольда, то есть у нас что арбалетчица, что Кэнди Бобер, наемник, прекрасно по марке работают. И демоническая тяга, способность подтянуть кого-нибудь с заднего ряда в передний, в общем-то, нам пригодится. И, наконец, четвертую позицию я поставил Венди, нашу арбалетчицу. У нее, обратите внимание, на навыки я взял знак союзником, да, это снятие незаметности с врагов, в общем-то, в оранжевых данжах это уже актуально. Плюс это этот навык отхиливает стресс, ну, с небольшим шансом, немножко способен отхилить, но так или иначе это лучше, чем ничего. Опять же, обратите внимание на ее квирки закрепленные, это воронья ловкость, плюс 6 уклонения, да, что важно. И ускользание, плюс 5 уклонения, ну и поскольку на уклонение у нее столько бонусов, я решил также подбафать этот параметр. Дал кристалл пера, еще восьмерка к уклонению и 2 скорости. И солнечную накидку, которая еще 10 уклонения дает, если факел более 75%. Ну, полагаю, я достаточно подробно уже рассказал, почему собрал такую группу, как она сложилась. Давайте закупать припасы и отправляться в дорогу. Значит, что касается еды. Давайте мы возьмем 20 единиц, все-таки идем на босса. Возможно, и 16 бы хватило, но подстраховаться лишним в данном конкретном случае не будет. Так, пару бинтиков тоже исключительно на всякий пожарный. Пару противоядий для того, чтобы можно было собирать интерактивные пеньки, которые в чаще могут встречаться. Что еще? Травок сколько нам нужно? Ну, давайте, наверное, 4 травки возьмем. Святую воду, опять же, не буду я покупать перед боссом ее пить. Как-то оранжевые боссы на меня прям очень сильного впечатления не производят на том уровне сложности, на котором я прохожу темнейшее подземелье. Так, ну и забыл я взять ключики. Думаю, что пару штук
Нам, в общем-то, хватит. Так, и лопаты, да? Чуть без лопат не ушли. Вот это могло бы стать проблемой достаточно серьезной. Окей, ну вроде закупились, вроде бы все у нас есть. Давайте отправляться на рандеву с пушкой. Such was the general air of rebellion that even my generous offer of gold to the local constabulary was rebuffed. To reassert my rule, I sought out unscrupulous men skilled in the application of force. Tight-lipped and terrifying, these mercenaries brought with them a war machine of terrible implication. Ну что же, теперь историю появления вот этой адской машины войны мы прекрасно понимаем, да? Ну что же, машина войны близко, и, в общем, она находится она вот здесь. Не уверен я, что мы будем возвращаться вот в эти две комнаты. Все-таки далековато будет идти в обратную сторону. Ну, с другой стороны, зарекаться тут тоже не стоит. Давайте мы начнем с меточки, посмотрим, как Кандибобер по ней, в частности, будет работать. Так. А что касается Венди, я просто думаю, имеет, может быть, смысл. Хотя еще уклонение резать. Нет, давайте мы Венди просто выстрелим во второго хватателя. Ну и тут понадеемся на Кандибобера. Кандибобер, конечно, красавчик, но вот единичку-то он не добил. Смотрите-ка, а тут, ребятки, яд вешают. Внезапно. Что-то я за ними такого не замечал, если честно. Ладно. Будем как-то с этим бороться. Что, тут имеет смысл, видимо, по второму грибочку пробить. Здесь полечим Кандибобера. Отлично. Еще яд будет. Смотрите-ка, три яда. Изумительно. В скобочках нет. Вот что я хочу сказать по этому поводу. Противоядие, наверное, надо съесть. Полагаю, что это не будет лишним в данной ситуации. У нас его как бы всего лишь две бутылочки. Но не будем жадничать, они все-таки есть, почему бы и нет. Так, здесь. Это у нас же, да, на квирке, по-моему. На положительные или на отрицательные. Точно не помню. Давайте мы проверим на Хаттабыча. Убийца людей. Что-то мы заменили, да? Что мы заменили? Заменили тактика руин. Ну и неплохо, на самом деле, убийца людей в чаще гораздо интереснее, чем тактика руин. Да и в принципе, у убийцы людей нравится мне больше. Хорошо, хорошо, святой воды у нас тоже не осталось. Отлично, освободили слот в нашем снаряжении, в нашем инвентаре. И налегке, в хорошем настроении отправляемся дальше. По дороге собираем встречные интерактивные объекты. И не теряем темпа. Движемся по направлению к пушке. Красавец, Кандибобер еще и увернулся от ловушки, да, которую мы ввиду отсутствия разведки не заметили. Так, здесь что будем делать? Ну, давайте, наверное, тянуть грибную батарею для начала. Отлично. Батарею мы сразу убираем. Здесь что? Здесь, наверное, метку давайте наложим. И светошумовая граната пойдет. Замечательно. То есть по нам, да, будут работать сейчас хвататели. Без яда обошлось в этот раз, что не может не радовать. Отлично. Батарею уработали, осталось разобраться с хватателями, да? В прошлый раз, кстати, в прошлом нашем походе в чащу как-то, помнится, реже мы их встречали. Тут прям второй бой, и пожалуйста. Вот они и нарисовались. Так, ну,
Не знаю, имеет ли смысл использовать твердыню веры. Почему бы и нет? Давайте просто хотя бы факел разожжем до конца. Пусть бьют по Рейнолду, который бафнул себе защиту. Так, здесь что, еще одну меточку повесим? Почему бы и нет? Хорошо, с критом, красотка. Венди у нас прям вот молодец. Ну и пробивают по Рейнолду, что, в общем-то, понятно. Так, минус один. По второму не можем, да? Давайте подвинем его. Почему бы и нет? Ой, хорошо. Вот это у нас арбалетчица подросла нежданно-негадно. Хотя в Индии не так часто я партии с арбалетчицами делаю, может быть, кстати, и зря. Потому что она, в общем-то, мне очень нравится. So too will resistance. Венди нас не подводила, помнится, в прошлых походах, куда она отправлялась. Немножко стресса, да, для Рейнолда в палатке. Что-то он там нашел такое, чего находить не следовало. Как говорится, не лезьте в чужую личную жизнь. Или, как говорил один замечательный человек, который озвучивал фильмы, не суй свой нос в чужой вопрос, Сеня. Вот, вот видите, сунул один раз в чужой вопрос нос Рейнолд, и повалились неприятности одна за другой на его голову. Разведочка в кои-то веки, обнаружили мы ловушку. Кстати, друзья, пока мы идем к пушке, я хотел задать вопрос знатокам. Но не знатокам Darkest Dungeon, а знатокам, в принципе, игрового мира, да, и различных игр. Знаю, что такие люди есть среди моих зрителей. Я тут зашел в Steam, и мне попалась на глаза информация, что 1 сентября выйдет Crusader Kings. Такая игра, третья часть. Полагаю, что многие про первую, про вторую часть слышали. А вот я, удивительно, даже про них не слышал. Не знаю, как такое могло случиться, невероятно, но факт. Но когда я посмотрел, что это за игра, я понял, что она удивительным образом напоминает мне Европу Универсалис. Ну вот первый мой вопрос состоит в том, какие между ними отличия. Между Европой Универсалис и, соответственно, Crusader Kings. И какая из этих игр вам больше нравится, ну и почему. Это первый момент. И второй момент, было бы интересно вам увидеть прохождение этой игры на моем канале. Кстати, под эти разговоры нашли второе противоядие, так чуть-чуть пособирали. Это все приятно. Поэтому всем, кто отпишется на этот счет, буду искренне благодарен и признателен. Все, больше не отвлекаемся, давайте мы сосредоточимся на темнейшем подземелье, потому как Darkest Dungeon не любит пренебрежительного и невнимательного к себе отношения. Поэтому давайте как-то соберемся, что ли. Стресс надо полечить Рейнолду самому себе, но чуть попозже, да, с этим чуть-чуть повременим. Имеет ли смысл нам снимать меточку? Точнее, не меточку, а незаметность с врагов. Ну, почему бы и нет. Давайте снимем и подтащим его гранатку. Так, не очень далеко подтащили, но, по крайней мере, он по нам не стрелял в этом ходу. Так, и снова он отъехал, да, на заднюю позицию. Ладно. Понял вас. Хотите играть грязно? Будем играть грязно. Так, сопротивление к оглушению. Это понятно все. Что мы делаем? Давай-ка мы тебя все-таки подтащим вперед. С первой позиции ты не так опасен. И уже наемником бахнем по тебе. С помощью добивания. Не очень, кстати, бой складывается, прямо скажем. Доставляют нам эти люди неприятности определенные. Ну, надо большого-то добивать в любом случае. Хорошо, хорошо. Остается один, с ним будет как-то попроще справляться. Давайте посмотрим, что у нас с кровотечением. Ну, накидали, да? Накидали определенное количество. Ладно. Еще усиливаем
винтики у нас где-то были, пару штук. Вот у тебя точно имеет смысл его снять. Так, изумительно. Здесь, думаю, можно немножко отличить стресс. А то что-то Рейнольд у нас подпросил по этому показателю. Можно еще и винтики наложить арбалетчице на кого-нибудь, да? Так. Еще отличаем здесь стресс. А здесь, соответственно, здоровье. Хилим. Ну и все, можно добивать. Немножко привели более-менее в порядок наш коллектив. И можем этот бой заканчивать. Так, деньги не влазят к нам, да? Началось, как говорится, в колхозе утро. Может быть, привал организовать? Хотя вроде еще далеко идти. Ну мы можем, в принципе, картину выкинуть. Вот так. А к этому гробу тогда еще вернемся. Все, брать больше ничего не будем. Уже мы карманы набили. Так, бинтами это берется. И это бинтами берется. Да, у нас бинтик-то остался всего лишь один. Ладно. Давайте перекусите и отправляемся дальше. Меточки. Изумительно, да, вот под этого товарища, который по ним очень недурно работает, насколько я понимаю. Так, ладно. Ладно, тебя, значит, надо добить. А тут надо бы, наверное, добавить... В защите Рейнольда. Отлично, Венди, красоточка. Очередной крит. Это, говорит, было круто. Я вот согласен с девушкой, это было очень круто. Прям вот круче не придумаешь. Так, теперь метку давайте на большого. На заразного великана накинем. Тоже это не будет лишним. Стресс от бабули. Неприятно. Что тут скажешь? Неприятно. Так, ну бабулю, наверное, имеет смысл вытянуть вперед. И кандибобером успокоить. Хотя кандибобер уже ходил, да, на этот ход. Ладно, он начинает следующий раунд, да, и с бабулей расправляется. Спокойно, легко и непринужденно. Здесь, может быть, себя чуть-чуть полечить. То что-то он у нас с неполным здоровьем бегает. Здесь вообще на великане на этом отлечиваться может быть, мягко скажем, не самой благодарной идеей. Так. О как, перемешал нас, вот посмотрите на него. Благо у нас арбалетчица очень мобильная барышня и умеет исправлять эту ситуацию. Так, кровотечение, к сожалению. Ладно. Молодец. Вот по арбалетчице это хорошо, что ты решил пытаться попасть. По ней еще попробуй попади, как говорится. Так, не нравится мне, что Рейнольд у нас в таком состоянии, плачевном в плане здоровья. Ну, вот сейчас еще вот так полечимся, еще вот так вот чуть-чуть снимем стресс. И что? Кэнди Бобер у нас еще не ходил, да? Давайте мы его... вылечим. Давай, мужик, добивай. Красавчик. Как говорится, не зря на него понадеялись. Что, наверное, тот самый момент, когда стоит вот так скушать пару еды и взять вот так вот купчи. Восстанавливаем позиции. И двигаемся в последнюю комнату перед боссом. Дрожащий эктоплазм. Посмотрите, взяли нас, перемешали зачем-то. Ну, благо у нас Хаттабыч умеет очень недурно работать кинжалом, поэтому от того, что он встал на первую позицию, мы мало что потеряли. Даже не заметили, да, сопротивление. Прошли как теплый нож сквозь масло. Так, тоже бой опять с тем же коллективом, та же бабуля, тот же великан, а единственная безумный зубощелк вместо вот этой грибной артиллерии, или как вот этот обновленный юнит называется, я никак не запомню. Так, ладно, что мы делаем? Мы, наверное, здесь метку на большого накладываем.
здесь снимаем незаметность. Что, бабулю подтащим вперед и попробуем оглушить? Так, подтащили, но совсем немножко, да? Ну, здесь будем Рейнолдом пробивать. По третьей позиции он у нас работать не умеет. Так, вот бабуля опять сдвигается назад, это все понятно. Вот, вот это опять неприятное перемешивание. Да, у великана, смотрите, какой неприятный есть навык, да? Неприятно, скажем прямо. Здесь, наверное, надо вот так действовать. И сейчас арбалетчиц и возвращать нашего наемника вперед. Так. Таким образом. Неплохо, кстати, прошел сейчас урон по Рейнолду, да? От души приложился великан, ничего не скажешь. Но надо его, наверное, как-то привести в чувство. Отличить. Сначала бафнем его на лечение, получаем, и теперь уже Хоттабыч приводит его в норму. Так, давайте-ка еще врубим защиты. Так, пятнашка в кандибубера прилетела. Ладно, давай мы с тобой будем решать что-то. Хорошо, кританул. Что Венди, что кандибубер, просто красавчик у нас. В плане раздачи урона врагу работают они изумительно. Не дать, не взять. Так, ну что, добиваем? Да, так точно. Так точно, добиваем. Немножко не влезло у нас денег. Ну и ничего страшного. Привал устраиваем. Так. Наверное, вот это за пятерку, да? Хотя зачем нам лечиться? У нас все и так леченые, перелеченные. Наверное, мы половину съедим, ничего не восстановим, но зато и еды не потратим. И как-то вот будем с этим жить. Так, ладно. Снижение стресса на пятнашку. Имеет смысл сделать? Да, кстати, имеет, вы знаете. У них хоть по чуть-чуть у всех, да, у кандибобера нет, но тут как раз 14, 20, и у него у самого 21. Конечно, пятерку из 12, да, вот этих вот единиц под лагерные навыки съедает вдохновляющая речь. Ну, ничего страшного. Так, здесь что мы можем? Здесь мы можем бафнуть меткость и крит нашему кандибуберу, что мы делаем с превеликим удовольствием. Имеет смысл вот это сделать? Даже не знаю, что у нас умеет Венди. Излечение, да? Лечение ран. Но нам это ничего не надо. И, в общем-то, от тебя тоже ничего не надо. По стрессу тут уже вообще все смешно. Поэтому давайте мы, да, врубаем выслеживание у наемника. И у нас тройка еще остается. Ну, можно, кстати, подлечить Хоттабыча. Все? На боковую, друзья мои. Покемарим перед битвой. The match is struck. A blazing star is born. Ну что же, восстановили боевой порядок. Активировалась разведка. У нас прямо перед пушкой еще какой-то бой, чтобы мы не теряли ощущение бодрости. Посмотрим, что за бой. Слюнявый упырь. Понимаю, бешенство. О-о-о. Все, теперь у нас Хоттабыч еще и бешеный. Минус 10 меткости, плюс 15 урона. Ну ладно, не самая лучшая история, но, в общем-то, не сказать, что это очень страшно. А что, давайте, наверное, на слюнявого наложим. Меточку. Я думаю, что это будет лучшее, что в данной ситуации может Хоттабыч сделать. Так, ну прежде всего что, разбираемся с собаками, наверное. Так надо понимать. Пошел стресс, да? Ужас. Понимаю, понимаю. Так, ужас ужасом, но попадать по собакам вообще как-то надо бы более исправно. Вот как кандибобер это делает. Рейнолд, учись. Что-то ты
не впечатлил нас в этом плане. Угу. Кровотечение. Все, в общем, как мы любим. Отлично. Второй крит подряд. Ну, Кэнди Бобер. Ну, вот прям... Есть персонажи, которые меня прямо особенно радуют. Да, вот Кэнди Бобер входит в эту когорту замечательных людей. О, как полечили с критом. В целом неплохо. Наверное, и себя тоже надо полечить перед пушкой, мало ли. Не сказать, что это очень удачно получилось. Можно, кстати, добавить от нашей арбалетчицы. Так, цитрин цитрон на 750. Ну, портреты, как я уже говорил, мне не нужны, поэтому их мы брать не будем. Пусть лежит пока цитрин, там разберемся. Тринкет нам дали бесполезный, да, в общем-то. Это все понятно. Ну что, друзья мои, у нас пушка. Стандартный порядок группы восстановлен. В общем-то, что там с ней делать, понятно. Давайте посмотрим, как удастся план, который я себе придумал, реализовать на практике. Начинается все с того, что бандит-стрелок мажет. Это не может не радовать. Так, сразу не добивает. Но это ничего страшного. У нас есть бешеный Хаттабыч, который добивает так, что мало не покажется никому. Отлично. Теперь что мы делаем? Здесь мы режем головореза, в смысле рубим. Замечательно. Ну и тут уже начинаем спокойненько работать по пушке, надо полагать. Да, пока незаметность, да, есть на бандите-стрелке. Мы продолжаем работать по пушечке. Вы посмотрите на Хаттабыча, это же просто монстр какой-то. Здесь. Здесь. Так, надо рубить. Мы лучше метку кинем арбалетчицей, которая по первой позиции, в принципе, не умеет стрелять. А Кэнди Бобер пусть показывает свою молодецкую удаль. Хотя можно вот тут пока бандита-стрелка, да, пустить в расход. Не то, что можно, нужно это сделать. Зачем нам нужен кто-то, кто будет по нашей группе наносить урон? Так, ход Пушкин. Ну, она, в общем, как всегда, вызывает подкрепление, вызывает фитильщика. Фитильщик, это все понятно. Промахиваемся, кстати, мы по нему. Но там, где промахнулась арбалетчица, да, там подстрахует Хаттабыч. Не дать, не взять. Очень мощный мужик. Ну, здесь просто рубим. Слушайте, ну это же просто... Я такого количества критов... Ну, я вообще не сказать, что много чего видел в этой игре, да? Но вот такого количества критов вообще, по-моему, ни от кого не видел в своих группах. Среди своих товарищей. Ну вот, пришел тот момент, когда мы можем метку наконец-то на пушку нацепить. Как-то у нас до этого не складывалось. Тут сложилось. 46 здоровья осталось. Ну, мы видим, в общем-то, проблем нам пушка не доставляет, если мы сейчас не начнем все мазать по вот этому вот неприятному товарищу. Ну, наверное, тут я имею право бахнуть по пушке, главным моим дамагером. Так, вот. Вот, первый раз промахнулись. Тут попали. Хорошо. Ну, что-то я где-то заволновался внутренне в этот момент. Кто-то где-то заволновался. Так, надо, наверное, все-таки фитильщик это убивать прям вот без вариантов. Вот тут имеем право Кэнди Бобером пробить по пушке. Ну и тут Рейнолдом все закончим. Так, замечательно. Вываливается нам 6 гербов. Ну, тринкеты, в общем, никакие. Гербы берем куда-то. Может, вместо вот этого герба парализатора тоже, в общем, нам не нужен. И гербы еще есть куда там употребить. Мне, кстати, написали одну... Нет, герба. Вдруг у нас герба нет, а мне в коллекцию он нужен. Мне написали одну умную мысль в комментариях. Точнее, мне в комментариях много умных мыслей написали. Но одну умную мысль касаемо... чего? Касаемо...
фамильных ценностей. Что, мол, если портреты мне не нужны, может быть, их просто, чтобы они не занимали место у меня. У меня их достаточно много, поменять их на те же бюсты, которые мне нужны. Ну и на самом деле я что-то подумал, что да, почему нет. Наверное, так и нужно поступить. Друзья мои, насчет DLC у меня есть уже в голове идея, как это все будет выглядеть, как это я все хочу реализовать, да? Но я просто не хочу сейчас в середине прохождения вот это все рассказывать. Думаю, что эта идея всем понравится. Ну, всем, наверное, нереально, да, чтобы понравилось. Но многим так наверняка. Здесь что, противоядие, наверное, уберем. Пеньков я не видел. Кстати, травки у нас, да, так и лежат. Невостребованные, но... Но. Еду мы убирать не можем. Тому, как захотим кушать. Ну, наверное, да, факелы. Факелы мне, в общем, тоже не нужны. Поэтому давайте, наверное, вот так мы сделаем. Так, бинтики. А бинтик-то мне был как раз нужен. И причем не в одном там месте, да, в нескольких. Ну, как-то вот так. Значит, как-то вот так. Бинт вот сейчас вот тут есть, где применитель. Вот здесь несколько диковин. Ну, вот одна здесь и еще две там дальше. Но у нас бинт-то только один, поэтому... Применяем только вот к этому дядьке. Хирургическая подвесочка на плюс 15% лечения. Такая у нас есть. Очень занятная вещица. Так, здесь святой водички нет, поэтому, Рейнольд, давай. Трогай прям ручками. Алтарь чисто декоративный. Все понятно. Все ясно. Ну что, я думаю, в общем, идем дальше, да, сейчас. Тут мы, конечно, проходим. Ничего мы здесь не делаем голыми руками. Чтобы не нацеплять на себя всякого разного непонятного. Старый приоткрытый гроб. Берем, ничего ценного. А вот, допустим, вот в этот закуток мы сейчас прогуляемся. Ну, вообще, пока еда есть, идем в обратную сторону. Может, и до дальних комнат дойдем. Хотя, на этот счет у меня есть определенные и довольно-таки большие сомнения. Скорее всего, сейчас наши ребята скажут: чувак, вот они прям сейчас говорят, ну ладно, до конца этой комнаты-то мы дойдем. Здесь будет что-то? Деньги здесь будут, да, помимо факела. Так. Давайте, наверное, вместо лопат я возьму, если мне скажут, что... А, стоп, вместо лопат. Вместо еды я возьму, потому как две еды нам вообще ни туда, ни сюда. Вот так я сделаю. О, какой я прям как воду глядел, посмотрите. А то бы не посмотрели, что в комнате. А тут сундучок и бой, кстати, напоследок. А могли пройти мимо всего, мимо этого, да? Ну что, собачку давайте. Да, хотели мы ее победить, но не попали банально. Бешенство. Супер. Бешенство — это хорошо. Как бы это странно ни звучало. Ну что, давайте по-большому сразу же бить. А то что-то как-то он... Тут вот собачку зарежет Рейнал, так Индибобер сразу же начинает работать по главному большому дядьке, который нам не нравится. Тут снимаем инвиз. Во-во, пошли дела кое-как. Бабуля еще, да, тут на нас стресс нагнала. Понимаю, неприятно, ничего не скажешь. Ладно, восстанавливаем позицию, что делать. А тут по бабуленьке. Сколько осталось? 3 жизни. Сразу не добили, к сожалению. И она нас опережает, смотрите. Тоже это неприятный момент, да, что ходит бабуленька вперед нас. Ладно, отходилась старушка. Ну и будем просто рубить великана. Думаю, что отвлекаться на снятие стресса не очень целесообразно в данном случае, поскольку вот очень может вот так вот неплохо тут бревнышко прилетать по нашим ребяткам. Поэтому так, надо было, наверное, меточку повесить. Сейчас мы это сделаем. Хаттабычем. Ну, Кандибобер опередил его, смотрите. Великан. И подвинул. Негодяй такой. Ну, Кандибобер обидел и бахнул в ответ. Так, книга о святости. Необычная. Плюс 20
минус 20 урона от стресса и минус 10 сопротивления смертельному удару. Ну, то есть наши книжки вот эти вот лучше, да, книга о здравом уме, тут просто минус 20 уронов от стресса и никаких дебафов, а тут дебафчик-то есть. И прям, скажем, не самый приятный, но у нас такой книжки нет. Поэтому я ее беру, беру вот так деньги, и ключ сейчас уйдет на открытие сундука, правильно? Именно так. Ключик уходит. Еда, еда, давай. У тебя там волчий аппетит, или как это называется. В общем, любишь ты покушать. Ну и все, на этом задание заканчиваем. Колечко сосредоточения. Не акцентировал я внимание на этом, да, что мы, зачем именно мы идем, какая награда будет в плане тринки-то в этом задании в чаще. Вот такое вот замечательное колечко. Так, ладно, мы поняли, что куча гербов, мы уже это все поняли. Ну и все у нас получили, соответственно, пятый чемпионский уровень. Одержимость святостью. Это не так, чтобы сильно страшно. Здесь вера в собственную... Одержимость демонами. Безошибочность. Плюс 10 урон. Дальнобойные навыки. Заменено на стороже. Так. Тактик руин. Заменено целительный дар. И вертига еще. До кучи у Энди. Вроде и не в хлевах были, да? Не в заповеднике. А все равно куча болячек. Смерть и кончина. Повод для веселья. Марди Гра. Ну и вот я даже боюсь предположить, что вот здесь написано. Я потому что вот не умею читать на этом замечательном языке, чтобы это не было. Не знаю, что это польский или что это такое. Кто в курсе дела, напишите, что это вообще за событие и почему вот этот отрывок не переведен на русский язык. В общем, бар, игровой зал и бордель бесплатно. Это, наверное, знаете, как можно перевести? Пир во время чумы. Вот, наверное... Я бы так это назвал, судя по контексту, да, который мы тут видим. Ладно, хорошо, не будем на это отвлекаться. Давайте-ка мы сразу же отправимся в лечебницу. Здесь мы вообще первым делом устраним клаустрофобию нашему Хаттабычу. И будем что-то закреплять. Шанс обернуть каждый промах в попадание. Вот мне говорили, что это очень хороший навык, между прочим. Что это за навык, да, как он работает? Смотрите, что когда персонаж промахивается, да, то есть он не попадает по врагу, по которому он бьет, то повторно идет там бросок кубика, да, на тему попал, не попал. Ну, то есть вероятность того, что он будет промахиваться, этот персонаж, она прям серьезно уменьшается. Поэтому давайте мы этот навык закрепим. Хотя нужно ли это Хаттабычу? Да нужно, почему нет? Он и ножичком, как мы видели, работает, да, и тягу делает, и может артиллерией своей бахать по задним рядам. В общем, думаю, что это неплохо. Так, теперь Венди. Отлечиваем ей вертиго, ну а с бешенством как получится. Заодно проверим, отлечится оно или нет. Ну и что, друзья мои, не так мы долго ходим, да, сегодня? О, как украсили трактир, смотрите, да, прям по-праздничному. Не так долго мы тут ходим. Да, давайте, кстати, я не показывал, как вот это работает, только рассказывал, да, про эту историю. Давайте я поменяю на портреты, на бюсты. Ну вот как-то. Ой, слушайте, тут вот нельзя ли впечатать? Нет, нельзя, да? Меняй ручками, что называется. Давайте я вот, в принципе, уже понятно, как это работает. Вот так просто сделаю. А, можно еще типа раз, да, столько же поменять сразу же. Все понятно. И давайте мы монастырь будем улучшать до конца. Я уж решил, что мы его будем докачивать, поэтому... Или знаете, что еще можно качнуть? Вообще-то можно качнуть дилижанс вот этот вот, опытных рекрутов, да, чтобы приходили герои уже прокачанные. Это, в общем-то, тоже неплохо. Кстати, антикварочка мне вот нужна, я вам так скажу. Так, у меня они в одном походе полегли. Тут пару антикварок, точнее, одна полегла, а одну я выгнал. Качать, не качать, я не знаю.
Просто если у нас начнут умирать герои, смотрите, в каком случае это полезно, да? Вроде у меня особенно так не сказать, чтобы часто умирали наши персонажи. Но если они будут умирать, то брать уже прокачанных ребят, конечно, гораздо интереснее, чем брать нулевого уровня и качать, качать долго и упорно, да? Я думаю, что когда играешь на последней сложности, где игра ограничена по времени, вот эти опытные рекруты прям такая построечка-то, улучшение, точнее, очень полезное. Поэтому я даже не знаю. Давайте мы вот тут качнем. Или докачать до конца. Да, давайте до конца добьем. Раз уж начали качать. Так, и здесь что мы можем сделать? Ну, вот тут подулучшим трансепт. И выберем какое-нибудь приключение, куда мы можем сходить. Может быть, прогуляться в красный данж? Ну, не к боссу, конечно, а просто на разведочку посмотреть, как это работает. Кольцо героя. У меня такого, помнится, нет определенно. Ну-ка, снимем все украшения. Сейчас мы посмотрим, есть ли у меня такое колечко, как оно выглядит-то. Мне кажется, нет у меня кольца героя. Нет. Дальше уже идут... Она оранжевая, да? Оранжевый тринкет, это колечко. У меня такого нет. Оскверненный алтарь. Задействовать. И не был, да, я при этом в красных данжах еще не раз. Давайте мы, я думаю, вам это будет интересно посмотреть. Ну и мне, в общем-то, тоже будет не безинтересно, скажем так. Возьмем сейчас ребяток наших прокачанных. Вон пару разбойников сейчас. Видамину какую-нибудь или Изабель. Какие у нас еще есть варианты? Ну, вот это я не хочу в коров быстрое, да, идти. Есть вариант вот с такой вот гневной банданой для арбалетчицы. Мешок зерна собрать здесь, да? Очень редкое. 25 урона на 4-й позиции. Арбалетчица там и стоит, между прочим. Плюс 30% к шансу ослабляющего навыка. Это вот это ее массовый навык, как называется? Подавляющий огонь. Кстати, очень неплохой. Массово по задним двум позициям дает минус 18 меткости и 18% критануть. Очень, кстати, вот эта вот тоже повязочка неплоха, да, скажем так. Ладно, а еще что у нас есть из красненького? Но есть вообще длинный вот такой поход. Фамильный крем для усов, вы посмотрите. Нет, это я не хочу. Есть такой коротенький, да, с темной короной. Ну, такая штука у меня уже есть. Ну что, мы выбираем, в общем-то, между... кольцом героя и вот таким вот тринкетом на урон для арбалетчицы. Слушайте, я склоняюсь к гневной бандане, если честно. Прям это очень круто смотрится. Хотя и про колечко, вот про это мне писали, да, про шанс душевного подъема, что существует прям стратегия игры от вот таких душевных подъемов. Как это можно делать? И будет событие, кстати, спокойствие среди руин. А тут событие будет. Небывалый урожай. Но, видимо, тут дешевле будет покупать всякие припасы в дорогу. Так, ладно, давайте мы сходим, наверное, в заповедник и сходим. Почему бы и нет? Почему бы и не сходить в заповедник? Так, я сейчас задумался, какую нам пати сделать. Какую нам сделать группу. Давайте мы сделаем... А где наш, кстати, разбойник еще один? Он у нас недокачанный. Что? Дисмос у нас недокачанный. Посмотрите, Рейнольд недокачанный, Дисмос недокачанный. Да что ж такое-то? Не, давайте я все-таки первый раз иду в красный данж, поэтому возьму тех, кто 5 уровня. Сейчас денег вложим в их улучшение. Все понятно, что придется раскошелиться. Ну что, вот так поиграть от моего любимого неприцельного выстрела? Или все-таки лучше от ответочка поставить кого-нибудь на первую позицию? Так, дайте подумать. Ну, в любом случае, нам нужна будет висталка. То есть это будет Видамина или Изабель. Давайте Изабель. Она с нами с самого начала. Проверенная барышня. Можно Харли Квинн, кстати, взять. Она очень неплоха. И редко тоже у нас бывает в походах. Наверное, да, и будем играть все-таки от снятия, от парирования, да? Не от стрельбы, а именно от... Как это у нас, опять же, навык называется? От натиска, да? От боевого натиска, именно так. Да, все, решили, давайте прокачаем
соответственно, броню всем. Посмотрим, как называется именное снаряжение у всех этих классов. Волчий зуб, да, что касается алебарды. Или это бердыш, я не знаю, как правильно назвать оружие варварша дикарки. И волчья шкура. Понимаю, так, идем к разбойникам. Гром и молния. И неуловимый. Но тут будет то же самое, да? Да. То есть тут не уникально под персонажа, а именно под класс вот эти названия выдаются. Ну и, соответственно, для весталки. Рука света и благая твердыня. Вот Изабель у нас благая твердыня, точнее, облачена в нее, да? Замечательно. И имеем право, соответственно, прокачать навыки. Делай раз, делай два. Делай раз, делай два, да? Слушайте, давайте, знаете, что сделаем? Мне так много писали про навык прорыв. Если нас перемешают, мы будем полностью готовы к этой истории. Ну, понятно, что весталка. Тот персонаж, который к этой истории готов, не может быть. У нее навыков с продвижением, да, нет, в принципе. А вот дикарку вполне мы можем под это дело подкачать. Хорошо, Варраван. Что мы... Так, сейчас дайте-ка я еще раз посмотрю. Да, все правильно. Варраван, что мы делаем тебе? Ну, боевой натиск, понятно. Видимо, снятие незаметности. А давайте вот так я сделаю. И одному, и второму. Да, у них такая закачка и стоит. Да, и у одного, и у второго. И мне она как раз импонирует. Да, потому что разбойник может и на первой позиции быть, а варварша может, соответственно, и на третьей стоять. С этими навыками они могут друг друга менять прямо очень хорошо. Вперед на один, да? Может быть, ее ставить на вторую позицию, чтобы у разбойника был неприцельный выстрел? Ладно, это я подумаю. Все-таки, наверное, пусть она в первой стоит. Ладно, это не так все важно. Прямо сейчас тратить время я на это не буду, да, на эти размышления. Так, и наша Изабель с четвертой позиции. Ну, тут все стандартно. Вот, вроде было прилично денег и уже меньше 40 тысяч. Но это ясно. Давайте посмотрим, как она лечит. Одиночную цель на 8-9, это без тринкетов, да, и группу на 4-5. Но сейчас мы еще тринкетами подкачаем это дело. Сейчас мы тринкетами тут пробафаем нашу весталочку, нашу Изабель, и не только ее. Так, по редкости, да, отсортировали. Что нам нужно? Мне все-таки нравится больше всего вариант, кто бы что ни говорил про тринкеты на лечение, для весталки мне нравится вот этот вариант с головой Джунии и со священным свитком. Прям, как по мне, оптимален. Теперь нам надо, чтобы Геста сходил вперед Дисмоса, правильно? Правильно. Соответственно, ему мы даем... Где наша подвеска быстрого натяжения? Это нам обеспечит такой ранний ход. И что? Тут на крит, да, прокачан, пробафан ты. И есть еще на крит можно взять. Ну, уклонение у него порежется, да? Но зато критовать в первом раунде должен прям вообще хорошо. Давайте, даму, вот такое колечко дадим. Тут же мы тебя как подкачаем? Можно дать просто тебе на урон. Варравану голову Дисмоса. Уж не поймите превратно. Пусть сегодня у Варравана побудет. А, ну у нас Дисмоса не идет, да, у нас Гестас. Так, да, таким образом я беру. Бафнули урон. И, в общем, замечательно. Так, и, соответственно, наша дикарка. Можно дать наруч. Можно еще тоже повысить меткость, повысить крит. Почему нет? Защиту, наверное, нет. А можно вот такую штучку дать кому-нибудь, кстати говоря. Разведку. Что, нам разведка, что ли, не нужна? Чего я ее не даю? Никому нужна или не нужна? Вопрос сразу же станет вместо чего, да? Нет, давайте мы как-то на разведку не будем напирать в этот
раз, а сосредоточимся именно что на уроне. Тут урон. Кстати, можно дать по животным урон. Сколько будет? Плюс 25, плюс 20. Плюс 45 урона. То есть в хлевах животных-то по полной программе. Животных в хлевах хватает, знаете. Куда ни плюнь, попадешь в какую-нибудь зверушку не самого приятного вида. Так, что, всем я раздал тринкеты-то? Да, тут так можно рассуждать и остаться без тринкетов. Навыки тоже включены у всех, нужные. Ну и замечательно. Кстати, вот это колечко я еще ни разу не брал в поход, поэтому давайте посмотрим, как это все работает. Хорошо, припасы. Припасы вот так я беру и полагаю, что мне должно хватать. Буду надеяться. Травок возьму побольше. Они потому что в хлевах должны прям пригодиться. Ну, давайте 5 возьму. Так. 3 бинтика, 3... Слушайте, ну я вообще первый раз иду в эти данжи красные, да? Как там будут травить и резать? Я вообще понятия не имею. Может, побольше? Пару святой воды. 4 лопаты. Пару ключей. Факелы. Думаю, вот так мне хватит. Итак, еда, факелы, ключи, лопаты, травки, бинты, противоядие и святая вода. Ну что же, погнали, посмотрим, что такое красный данж. Новый опыт, он всегда интересен, да? Even the fiercest beast will lay down when it is not eaten. Steal their food. Украдите их еду. Молодец, вот это план. Украдите, говорит, их еду. Так, нам надо 3 мешка зерна собрать. Понимаю. Ну и пойдем как-то вот так будем двигаться по порядку, да? Не понял. Это что это у тебя за такой неприятный... Темное искушение, склонность к изучению темных искусств. Угу. Ну и интерес к ранениям, травмам и пыткам. Ладно, тоже не страшно, в общем-то. Не самый страшный квирк тебе негативно заскочил, а вот она их еда. И вот, кстати, новый паренек. Свинорез. Человек, животное, кстати, по поводу животных, да, вот видите, тут все животные. Свинорез. Угу. Любопытно, ну... У нас сначала барабанчик должен отлетать, да? Здесь что? Ну, тоже по барабанчику добавим молнии. И зарежем его. Хорошо. Хотя бы со стрессом не будем иметь проблем. Слушайте, а у него жизни-то у свинореза. Ничего себе. О как. О как это работает. Неприятно. Это же на сколько, да? На 18 залетело. Во, во. Ну, посмотрите, что творит. Хороший паренек. Ничего не скажешь. Прям вот не дать, не взять. И у нас остается невидимый. Ушедший на последнюю позицию. Ну, сейчас мы тебя... А, он и так проявился, да? Поторопился. Не посмотрел. Ладно, давайте мы группу полечим сначала. А потом уже сосредоточимся... На отличие самого пострадавшего разбойника. Ну ладно, вот мы и пришли, в общем-то, в норму. И здесь просто добиваем обычным выстрелом пистолета. Слушайте, ну неплохо, да? Вот этот свинорез прям произвел на меня впечатление. Определенно. Так, начали воровать их еду. Наконец-то удача улыбнулась. Да, по полной программе. Что никто на порог гибели не встал, да? А то бы сейчас мог, так сказать, отъехать. Понятно, в ловушечку вляпались. Это бывает. Паучки. Вот паучки это хорошо, это вот не страшно как раз. Это мы должны, вот если будем попадать, прямо вот с ними как-то даже справляться, особенно без проблем. Попробуем оглушить, что ли? Да, попробовали, не пошло.
Ну и метку не повесили на нашу лекарку, что не может не радовать. 41 крит. Неплохой крит залетел, надо признать. Так, жизни у них еще побольше стало, понимаем. Бьют дикарку. И травят, да, и вот в разбои пошли. Да, еще попробую их пробей. Во-первых, мы по ним что-то не попадаем, они все с уклонением, вот смотрите. Прям как не в себя уклоняются тут с ног до головы. Ну ничего. Думаю, как-нибудь справимся. На девяточку всю группу полечили. Это неплохо. Здесь, кстати, можно... Да, было с себя снять... Отравление, да? Дикаркой. Но не в этот раз. В этот раз не вышло. Немножко еды. Сейчас еще со столов соберем немножко еды. И, кстати, гербы у нас тут не влазят. Гербы не влазят. Ну, можно, кстати, взять вместо портретов, опять же. Хотя не уверен, понесем ли мы все эти гербы домой. Что-то как-то их очень много. Ну, хотя у меня так немного осталось апгрейдов, что имеет смысл там все уже доулучшить. И уже, чтобы вообще голова не болела на этот счет. Так. Кушай, дорогой, кушай наш, хороший. Денежки брать некуда. Но давайте вместо оникса я их возьму. Оникс еще непонятно, найдем мы дальше или нет. А деньги-то наверняка. Место задания, да? Диковинка. Ладно, в любом случае идем вперед, а там посмотрим, как правильно двигаться. Просто сюда-то... Тоже место задания. То есть, в принципе, вот это сейчас мы тут соберем и тут соберем, и все, да, можно будет уже уходить отсюда. Так. Можем, кстати, попробовать навык какой-нибудь получить, но я только вот единственное не знаю. Не буду я сюда лезть, сейчас еще стресса дадут. Мы не тем коллективом идем, чтобы с этим... стрессом бороться. Свин-вор. Воровать вообще нехорошо, ребят. Если вы не знали, я вам напомню про это. А то ишь, свин-вор. Так, ладно, минус один. Кстати, у нас ни разу не кританул, да, в первом раунде разбой, у которого вроде как под эти криты там все заготовлено. Да, и уворачиваются, конечно, они здесь очень хорошо от атак. Вампирский дух на дикарке. Минус 50 сопротивления к оглушению. Ладно, это не очень страшно. А вот то, что не попали, тоже не очень страшно, но, конечно, неприятно. Тут болезнь будет? Нет, сопротивилась. Висталочка, Изабель. Так, что делаем? Ну, давай-ка подновим, я хотел сказать, снятие, точнее не снятие, а режим парирования. Но хочется все-таки попадать. Ребят, что творим-то? Что делаем? Смотрите, что происходит. Ужас какой. Ну и добивает, да, наша Изабель эту хрюшку, воришку. Именно так. Ну, наверное, все-таки сейчас я гербы вот эти выложу. Сейчас придется много чего выкладывать-то, да? Можно, кстати, еду будет выложить под следующий мешок с зерном, потому как если мы пройдем так быстро, выполним все условия этой миссии, то куда мне столько еды? Не потребуется и не потребуется. Вообще, я сейчас привал здесь организую, да и все. Так. Здесь у нас свинотавр воин. Защита 40. Какой неприятный товарищ. Кстати, не переставил, да, я наших ребяток. Тут у нас уклонение минус один раунд, это все понятно. Так, ладно. Ну что, сосредоточимся на громыхателе. Определенно. Отлично. И сейчас у нас даже будет неприцельный выстрел в кои-то веки. Хорошо.
Не очень, кстати, получилось это мощно, но хотя там 40% защиты, поэтому, наверное, неплохо получилось в итоге. Так, отлично. Воришку дорезали. Свиноворишку, да? Ну и погнали. Как можно промахнуться по такой вот туше? Скажи мне, дружище, ну как это вообще возможно? Ой, дорогой товарищ. Хорошо, прилетело в нас на двадцаточку. Вот это я понимаю. Но благо у нас есть супермонстр лечебных наук по имени Изабель, который вот эти все экзорцисы от свинотавров всяческих. Видала она их, сказал бы я где. Но поскольку я не могу такие вещи говорить под запись. Да я их и в жизни, если честно, не очень часто говорю, да, то и не буду начинать. Так, ну что ты опять промахиваешься? Ну сейчас получишь, вот, по полной программе. От свинотавра воина, да? Можно на самом деле чуть-чуть полечиться. Но разбойники должны походить вперед этой туши. Да, да. Единицу жизни оставил. Вот это молодец. И не попал здесь. Так, ладно. Брать некуда, да? Здесь. Кстати говоря, пир. И вот теперь мы имеем право все это забрать. Так, хорошо. От ночных нападений определенно имеет смысл защититься. Теперь я хочу отличить стресс нашей Изабель. Причем, наверное, сбить его прям в ноль. Сколько у нас остается? 4, да? Ну и кому-нибудь одному. Кому? Давай тебе, что ли. Бафнем небывалое мастерство. Чтоб ты еще больше дамажил. С натиска, да, со своего. Ну и все, все потратили. Ладно, зато отличили стресс, в общем, привели себя в порядок. Ну да, крепкое здоровье. Вы что-нибудь новое бы нам рассказали, а то вот это мы все уже видели. Так, ну и забираем, соответственно, мешочек. Забираем мешочек вместо чего? Вместо оникса. Получается так, сейчас последний факел используем и еще один слот освободится, правильно? И нам сейчас вот сюда, к месту задания, поэтому возвращаемся. Тут мы правильно стоим? Нет, не вполне, смотрите-ка. Не вполне так, как нужно мы стояли. Ну что, давайте, наверное, да? Ну чего, в чем проблема? Так, факел используем и берем, соответственно, последний мешок с зерном. Лишили их еды, все как положено. Здесь. Так, и что мы будем выкидывать? Друзья мои, что мы будем выкидывать? Так, еду не имеем права, лопаты не имеем права, святую воду, ну, наверное, имеем право, да? Полагаю, что так. Купчий берем. Рубин. Вместо чего бы впихнуть рубин? В принципе, как-то пока обходились, да, и без бинтов, и без противоядия. Так, чего нам мы больше боимся? Даже не знаю, чем больше боимся. Мы ничего не боимся, мы бесстрашные. Чего нам бояться? Такие терминаторы тут с нами идут. Хотелось бы еще рубинчиков найти, чтобы все было не зря, как говорится. Так, ты умеешь, ты не умеешь. О как, 90% хорошо зашло, как нужно прямо. Ну ничего, бывает. Бывает, деньги, ну некуда деньги, друзья мои, ну вот. Уже некуда пихать все вот это, да? Ну и идем, наверное, вот сюда. Ну что, попытка номер 2? Молодец.
Второй раз отработал как нужно. Не зря мы в тебя верили. Ищем что-нибудь пожирнее и повкуснее. Ключ нашли. Жирный и вкусный ключ. Ой, бинтики, бинтики. Смотрю я на вас и думаю. Лопаты мы пока тоже не видим, кстати. Давайте я, наверное, лопаты поменяю. Как только понадобится лопата, мы сразу отсюда уйдем. Вот так вот мы сделаем. И не будем мучиться. У нас тут есть где побродить без лопат. Поэтому имеем право выложить. Вот он, свинорез опять, да? 49 здоровья. Огненный плевок, калечащий удар. Вот этот товарищ, конечно, да, на меня произвел определенное впечатление, поэтому бьем-то мы его. Криты будут от тебя, дружище? Мы зачем тебя качали тут и бафали на привале? Так, а ты по нему и не можешь бить, да? Ну ладно, давай хотя бы вот эту зверушку добивай. Ладно, зато режим парирования включили всеми разбоями. Тоже это не лишнее. Сейчас они вот ему... Вот. Хорошо. Он промахнулся, а мы попали. А вот нечего с нами связываться. Вот что я скажу. Сейчас убийцу еще порежем. Окончательно. Имеем право группу полечить. Просто добить бы она его не добила. Ну, можно было, кстати, попробовать ослепить. В смысле, оглушить. Но это все абсолютно не важно. Тут мы имеем право чуть полечиться. Да что такое? Молодец, уклонилась, уже неплохо. Темнейшее подземелье меня троллит, да? Тут рубин, тут сапфир. А не судьба дать одно и то же, нет, друзья мои? Ну что, травки, ну... Ну а что, пошли травки, а что? Что делать? Непонятно, пригодятся или нет. Да и вот, может, факела тоже выкинуть. Уже добродим, как нам... Нет, стоп, факела. Факела пока нет, бинты пока, правильно? Да, пока так. Все, идем, отлично. Отлично. Вот это вот еще у нас тут пару проходов-переходов. Тоже надо посмотреть, как это все выглядит. Пучки. Пучки, понимаю. Кстати, не переставился, да, я по-новому. Под новые обстоятельства, так сказать. Ну и ладно. А вот ситуация как раз под, как это называется, под выстрел вот этого разбойника, да, который работает по площади. По первым скольки там, я не помню, по первым трем, по-моему, позициям. Очень редко я его использую, но вот ситуация это как раз под него. О, супер, сапфирчики. Ну, изумруд уже некуда. Изумруд уже или вместо факела. Давай, вместо факела. Ключи, но я все-таки надеюсь что-нибудь найти интересное. Что-нибудь, что можно отпереть, где можно ключиком, отмычечкой поковыряться. Но не зря оставлял, смотрите, друзья мои. Все работает по нашей схеме. Попроси у вселенной то, что тебе нужно, и она тебе это даст. Так, тут. Супер, воришку бахнули. Ну и здесь должны, если не промахнемся, должны дорезать громыхателя. Не промахнулись. И сектанты-войны, да? Кто были? Дебоширы, гладиаторы и вот войны пошли. Угу. Ладно. Войны, значит, войны. Минус один воин. Сейчас будет минус второй воин. Вангую. Скриньте, как говорится. Ну, тут имею право отличить себя от всякой ерунды. Благо, у нас дикарка умеет это делать. Ну, и будем дальше разрезать воина. Так, здесь лечим всех. А разбойникам тоже немножко нужно это дело. Давай, заканчивай. Нет, не закончил, смотрите-ка. Так, а тут мы не можем. По первой позиции не стреляется обычным выстрелом. Амулет яда, это понятно. В общем, ничего мы не берем, да, ничего к нам не влазит.
И ничего мы не выкидываем. Так, сундучок, кстати говоря, правой кнопкой мышки. Опа, пошло. О, рубинчик. Изумительно, рубин есть. Ну, гербы. Гербы не берем. Не берем, все, волевое решение. Идем дальше. Все, забрали, бой. О, какой, смотрите-ка, это кто такой? Бандит-рейдер. Головорез. Грозный. И грозный стрел. Грозные все. Вы посмотрите на них. Прям вот не дать, не взять. Может как-то себя бафнуть? Чем бы и нет. Вот можно еще и снять незаметность вот с этого товарища. Так, не то. 14, конечно, вряд ли мы выбьем, но что делать? Выбили. Красавчик. Просто красавец. Молодец. Ну и по рейдеру сначала, чтобы мне он не понравился. Так, кританул по нашему разбойнику, понимаю. Ну и поднял руку на святое, на Изабель, на нашу боевую монахиню. Такой, конечно, не прощается. Вот вы видите, да, что за это происходит? Какие просто удары начинают залетать. Ну тут мне полечиться бы не помешало. При помощи боевой-то монахини. Давайте мы все-таки ее хода дождемся. О, хотя... Если так по нам будут работать, то такое себе лечение. Может нам боком выйти определенно. Ладно, добиваем. Добиваем и взять ничего не можем. Можем выкинуть ключи, но мы же еще и дальше пойдем. Ну и что ж, мы дальше пойдем, да? Ключи все равно выкинем. Дальше идем, смотрим, идем без света уже, на свой страх и риск. Поглядим, как здесь без освещения бродится. Факелочек, кстати, не поглядим, как бродится без освещения. Хотя кто знает, как далеко, насколько далеко мы еще зайдем, да? Так, тут сейчас у нас свет-то будет отниматься по чуть-чуть, по единичке за клеточку, которую мы проходим. А вот здесь за каждую клетку, за каждый квадратик больше. Но благо находим еще одну стойку. Не хочет темнейшее, чтобы мы бродили-то без света. Так. Слушайте, может быть, как-то не рисковать жизнью, Изабель? Ладно, давайте вот эту комнату смотрим и все. Ну, комната пустая. Или еще посмотрим дальше. Да ладно, пошли, что мы теперь? Прям вот Изабель, подумаешь, у нее жизни немного. Ну, хотя... Слушайте, темнейшая мне намекает. Иди домой, да? Иди в Гамлет, возвращайся, дружище. Не играй с огнем. Не играй с огнем, намекает мне темнейшая. Будем прислушиваться к тому, что нам говорит игра. Вот что я вам скажу. Всякое бывает. Нам и забыли, еще не хватало потерять в таком вот походе, который, в общем-то, ничего не значит. О, слушайте, они еще до 6 уровня качаются, до легенды. О, а я думал, 5-й все, последний. А, не, 6-й, правильно. У меня же этот товарищ, как его зовут, смотритель, как раз просил прокачать до 6 уровня каждый класс. Вертига, понятно. Опытный игрок. Заменено смертоносность. Изумительно. Ну все, у нас легенды уже пошли. Слушайте. Просто прекрасно. Серию провели не зря, узнали много нового. Небывалый урожай. Сплотившиеся перед лицом опасности фермеры смогли защитить здоровую скотину и урожай, на который... Так полагается город. Спасибо вам, фермеры. Спасибо, друзья мои. Что бы мы без вас делали? Ну что же, друзья мои, я предлагаю на этом закончить серию. Мне она понравилась. Мы сходили в темный данж. Ну не в темный, в смысле, в красный данж. Оценили его сложность, его уровень. Ну стало там повеселее определенно, да, чем в оранжевых, даже для наших прокачанных персонажей, по максимуму, я прошу заметить, прокачанных, да, у которых на максимум снаряжение и навыки были уже
заточены, закачаны. И там, в общем, уже были варианты у наших врагов. То есть, если все сложится для нас неудачно в каком-то моменте, то станет совсем горячо. Ну, посмотрим, как будет складываться дальше. Пока же у нас остается последний босс в оранжевых данжах. Это подводная команда. Вот такое вот жесткое кольцо нам дадут, если мы прям в следующем походе к ним отправимся. Ну, не загадывая, да, в следующем походе мы отправимся или нет, посмотрим, как сложится. Пока же всем огромное спасибо, кто смотрел это видео, был со мной в темнейших подземельях. Это был Антиквар, удачи и до встречи в Darkest Dungeon. Пока!